пятницу в Самарской области пасмурно и дождливо. Температура днем плюс 20, ночью плюс 15. Ветер западный 5 метров в секунду. В Сызрани днем облачно, дождь плюс 20, к вечеру плюс 14. Ветер западный 2-3 метра в секунду. В Тольятти днем дождь плюс 20, ночью плюс 15. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, небольшой дождь, плюс 19. К вечеру плюс 15, пасмурно. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.